Скоро все выплаты студентам и учащимся, будь то стипендия или материальная помощь, станут неприкосновенными. Это значит, если учебное заведение попадет в затруднительное финансовое положение, его счета заблокируются, на кошельке учеников это никак не скажется. Сейчас такая ситуация образовалась в УГТУ из-за долгов перед третьими лицами. Между тем, по действующему законодательству стипендии считаются стимулирующими выплатами, а значит, необязательными. Их наличие или отсутствие никак не пересекается с образовательными услугами. Вот таким законом сегодня вводится запрет на эти ограничения, и независимо от того, в какой ситуации оказывается вуз, гарантированно и студенты, обучающиеся все научной форме обучения, и те, кто нуждается в материальной помощи, такие выплаты будут получать. Ольга Савастьянова стала одним из инициаторов этого закона. Он уже принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Ожидается, что уже на днях его подпишет президент, и тогда полагающиеся стипендии учащиеся УГТУ получат. Средства на них, как неоднократно заявлялось руководством вуза, давно уже заложены.